Тесла с лампами. Катчер по схеме Дестин. Конденсаторы. 680 пикофарад, 20 кВт. Соединены последовательно. Разрядник. Шина. Для удобства свернутая в кольцо. Автомобильная лампочка. 5 Вт. Пояснение устное, что это за устройство, с чем это идет. Мы в прошлый раз снимали, что там у нас искрило. Да. Вот. Сейчас дополнительно к нему под катчеру подключен... Старый... Пружина от рессоры. Нет, это просто алюминиевый провод, свернутый в пружинку для компактности. Его можно растянуть, и в принципе разницы не будет. Значит, катчер низкочастотный на катушке зажигания, конденсаторы высоковольтные, и через разрядник конденсаторы разряжаются на алюминиевую шину. И параллельно этой шине подключена лампочка. Это автомобильная, тут на 5 Вт, по-моему. Просто куску алюминиевого провода. Алюминиевый провод на коробке, по идее, уже замыкает лампочку. Ну, вот здесь можно настроить, здесь нас... То есть видно, что меняется. Яркость можно менять, если мы переключаемся. Надо замыкало взять какое-нибудь. Ну да. Там вольтаж большой? Да. Сколько вольт? Ну, конденсаторы стоят на 20 кВт. Ну, то есть несколько... В этом районе, да? Ну, несколько кВт есть. Тогда, конечно, стрёмно руками. Не, ну оно может, оно высокочастотное, может не убьет, но не хочется проверять. 20 кВт все-таки это не шутка. Ну вот мы вот сейчас как-то так вот будем коротить. Весело и скрип. Ну, проволока тоже как контур дополнительный скрип получается. Там вообще непонятно, что происходит.
воздуха замерзли осетина. Ну еще бы. В общем, пока непонятно, что это дает и для чего это нужно. Практически применение, как игрушки, нет, интересно. Это, скорее всего, познавательно. Как познавательных, познавательных целях. Вот для детишек физический опыт. Не, ну как сначала электромагнитные вещи тоже все были игрушками, а потом стали моторы делать. Здесь вот именно это макет, да. То есть здесь не надо сразу думать, что вот это можно куда-то. Ну, Тесла вообще предлагал таким образом, как сказать, преобразовывать напряжение. Через ВЧ. Ну, но то, что Васильев предложил, этот высокочастотный преобразователь. Я не в курсе. Ну, у Старухина же выложено. Васильев там вот этот разрыв мозга или что-то такое там у него. А, вот этот. Ну, у него же коробочка, а что в коробочке, мы не знаем. Какой-то ВЧ-преобразователь. Ну, да. Да, какой-то вообще преобразователь. Вот может там это же, может нет. Что-то тут нагрелось. Ну вот с этим опытом все.